огромное количество взрослых. Без преувеличения, здесь весь Ханты-Мансийск собрался сейчас. И окрестные города тоже. Губернатору уже вручили торжественный символический кубок, переходящий кубок. Ханты-Мансийск объявили новогодней столицей. Вот только парад Дед Морозов немного задерживается. Я не знаю, для чего они тянут до последнего. Оттягивают это прекрасное зимнее удовольствие. Это прекрасное зимнее удовольствие все же состоялось, свершившийся факт. Тогда, конечно, стало откровением то, что центральная площадь окружной столицы заполнилась до отказа, не протолкнуться, буквально. На своеобразную репетицию новогодней ночи открытия съезда Дедов Морозов собралась не одна тысяча человек. Ну уж, если мы начали про цифры, продолжим. Сама столичная новогодняя ночь собрала вокруг главной югорской елки более 5000. Югорчан, россиян и иностранцев. На каникулах работало аж 80 праздничных площадок, которые в совокупности посетило больше 140 тысяч человек. Естественно, Ханты-Мансийск не может потерять этот статус «Новогодняя столица». И сегодня мы рассматриваем вопрос закрепления за собой этого статуса и дальнейшей реализации проекта. Было очень много фишек, каких-то интересных событий, которые стоит раскручивать, стоит реализовывать. Например, аллея снеговиков, где построено было 70 снеговиков. Такого не было еще ни в одном городе России. Мы поставили некий рекорд, и мы понимаем, что Тула, которые, например, взяли эту эстафету, они не смогут реализовать этот проект, потому что они боятся, что у них не будет снега, как, например, в этом году. Не случайно, что управление югорского туризма сейчас входит в структуру окружного департамента промышленности. Но правильно, не нефтедобычей единой должен жить регион. Об этом давно уже говорят на всех уровнях, и не только говорят. Только за 2017 год гостиничный и ресторанный бизнес привлекли более 300 миллионов инвестиций. Про гранты на развитие въездного туризма можно вообще не говорить, их вручение стало доброй традицией. А тут еще и федеральные парламентарии словно подарок туроператорам сделали. Приняли законопроект, что обязывает выводить всем российским гостиницам, лыжным трассам и пляжам обязательную классификацию. Теперь без специального свидетельства гостиничные услуги предоставлять не получится. По задумке законотворцев, это должно подстегнуть конкуренцию и вывести туриндустрию на новый уровень, в Югре в том числе. Ну, на самом деле сейчас вот этот турпоток, который есть, у нас среднегодовая загрузка 40%. То есть у нас есть еще задел, то есть куда расти. То есть у нас есть тот номерной фонд, который существует, он позволяет еще больше принять количество туристов. Но, опять же, здесь надо понимать, что те же самые событийные мероприятия, их можно разнести по разным временам года. То есть, чтобы не в одно время какое-то было скопление мероприятий, а разные мероприятия. То есть, это, например, зима, там, новогодняя столица. Если, например, лето, это Самотлорские ночи. Чтобы вот эти мероприятия были и, так сказать, в невысокий сезон были проведены. То есть, мы к этому уже идем. Не секрет, что Югра, в принципе, для летнего отдыха, ну, скажем так, менее привлекательна. Не соглашусь с вами абсолютно, потому что в Югре есть что посмотреть. Это те же самые охота, рыбалка, это активные виды туризма, это приполярный Урал. То есть что посмотреть на самом деле, потому что в летний период можно уйти на сплав, это можно уйти в горы. Взять семью и пойти в поход. Поход, а может даже какой-то поход в рамках Ханты-Мансийска, то есть пойти по тропам Самаровского Чугаса. Зачем далеко ходить? Вернее, ездить. Мало того, что ханты-мансийцы живут практически в лесу, так еще и на берегу Иртыша, в черте города, есть своя собственная этнодеревня. Венкорт расположили как раз там, где по преданиям нашли кости мамонта и человека. Они лежали, словно обнявшись. Интересно, что на этом месте еще совсем недавно была свалка, а теперь... И знаете, особенно на закате или на восходе солнышка, какая красота. Иртыш, буквально он 20 километров уже лоб. Мы в летний период вывозим на рыбалку. Это спиннинг, рыбалка с сетями. У нас это все разрешение, есть лицензии и сетями ловить. Вот этот участок у нас здесь тоже закреплен. За нами вывозим на лодь. Для чего? Где соединяется Иртыш с Обью, там считается священное место. Даже православные поставили там церковь.
Чем заманить туристов в сети, тут хоть отбавляй. Тронный зал, где уже с удовольствием свадьбы гуляют, домики охотников и рыбаков, мангальная зона, спортивная, рядом течет протока, зимой по ней катаются на коньках, летом на обласах, национальном плавсредстве. А еще тут стоят самые настоящие чумы. Именно на них и вообще на местный колорит делают сегодня ставку туроператоры. Этнографии. Ее мало не бывает. И это доказало последнее наше событийное мероприятие «Новогодняя столица России». У нас была, работала чумовая улица, у нас были оленьи упряжки, было угощение местными блюдами. Все туристы, которые приехали к нам издалека, они настолько были счастливы, скажем так, что они это увидели. Мы привыкли к этому, да? Мы здесь живем, и для нас это некая обыденность. А для людей, которые приезжают к нам из других регионов, а также из других стран, для них это экзотика. Тут же пример. Финляндия давно уже работает над своим образом Лапландии. Он никогда не выйдет из моды и никогда не устареет. Наши спецы из туриндустрии уверяют, Югре туристической идти именно по этому пути. Начало уже положено. Успех новогодней столицы тому подтверждение, говорят организаторы. А что может быть дальше? Помните про снег, которого, возможно, не будет в Туле? У нас-то он есть. Туристами было высказано мнение, у вас белый пушистый снег. То есть мы все привыкли к тому, что снег, он есть. Но те же самые жители, которые приезжают из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Европы, они были очень сильно удивлены нашему белому снегу. Они говорят, вы можете продавать снег. То есть мы можем продавать, мы можем и сейчас вот ведем работу с туроператорами, потому что, например, прилетая в Ханты-Мансийск, были какие-то экскурсионные обслуживания там, по территории, скажем, Самарского Чугаса, либо там куда-то выезд в лес, где есть белоснежный снег, он у нас особенный. А в городском управлении по туризму нам много еще чего рассказали. Например, о том, что проект «Жить будет», только в новом качестве. Из окружной столицы постараются сделать новогоднюю столицу Сибири. Вот такие планы на будущее. Вполне достижимы. В том, что Югру туристическую поднимем на самый высокий уровень, уверены сегодня на всех уровнях. Кстати, новогодняя сказка в Ханты-Мансийске продолжается до сих пор. По городу снуют празднично украшенные автобусы, а ледяные фигуры останутся стоять, как водится, до весны.